Перед нами неоткрытый контейнер для забора мокроты для бактериологического исследования. Стерильный. Одноразовый. Значит, открываем одноразовую емкость для забора мокроты. Достаем. Так, вот емкость. Ага. Хорошо. Сейчас мы поставим такую емкость между отсосом и бронхоскопом. Видно, 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 все. Конечно, хватит, да? Масок-то сделаешь, машина уходит. Так, сейчас мы это делаем. Так, это самое, раз, ага. И это самое тоже забираем. А этот, Александр, во всей красе так. Да как же желательно?